все же в курсе, да, то, что я для смазки канализации использую все-таки спрей. Вот эту ерунду я не советую. Дико неудобно. Но, если вам так нравятся крема, вот появилась такая вот штучка новая. Крем-смазка для монтажа пластиковых труб. Консистенция поинтересней. Наносится легко. Парни, аккуратно с дрочкой, потом может щипать.